Лучшие игры, огромные скидки и самые низкие цены. Все это в магазине EuroGames.ru. Теперь ты знаешь, где покупать. Ссылка в описании. Всем здорово, народ! С вами, как всегда, Юрач Энтони. И это еще не все, потому что с нами Турбо Рунтик, и это битва ютуберов. Всем горяченького чайку. Да, всем друзья. Привет, ребятки! Короче, ребята, у нас новый режим захват флага, хотел сказать. И он уже, в принципе, начинается прямо сейчас. Да, ребятки, в общем, мы начинаем, мы в команде с Рунтиком, поэтому нам нужно захватить все флаги и, в принципе, выиграть противоположную команду. Мне понравилось, как ты сказал, с Рунтиком. С руля слезь, да? Как ровно сказал, да? Ну все нормально. Погнали. Да, пока они там всех приветствовались, мы уже, короче говоря, с Энтони бежим захватывать базу. Я думаю, что мы победим. Даже не думаю. Ты понял, какие они хитрожопые? Давай, ты в госпитале, я... Мы пока здороваемся, со зрителями общаемся. Они уже побежали. Естественно, мы уже возле флага. Больше дела, меньше слов. Так, я предлагаю вон тот сначала взять, смотри. Да-да, мы туда бежим. Кстати говоря, ребят, я, если что, у нас такой, знаете, чувак с винтовкой. Энтони у нас чувак с... Ой, точнее... Со снайпа я, а он с этой, с эмочкой. Поэтому я буду его защищать, а так, он будет расстреливать на дальние. Так, давай, красавчик, иди на С, иди. Ага. Ух ты ж, блин. Ух ты ж. Аккуратно, аккуратно, смотри. А то нас еще позбивают сейчас здесь. На вашу эту контору работает. Пацаны, не надо только за нас сейчас это как его, деньги скидывать. Да-да-да. Так, подожди, они могут еще нас видеть, ты не забывай про это. Да, блин, я думал, я вас попал. Да, он стрелял, кстати, в нас, прикинь. Да? Да-да-да. Да, вообще, а здесь есть где-нибудь выход? Я просто не знаю, через этот заборчик сейчас... Есть, вот выход есть только на тот свет. Со снайперкой их издали. Да-да-да, я их видел, я, короче, в кого-то вроде даже попал. Да кого ты, ребят, попал, ты чё? Здесь можно не только бежать, еще сейчас мы с вами зарабатываем очки и как бы после... Опа, я вижу, они базу захватывают, только на... Блин, окей. Да-да-да, они С базу уже захватили, да, турбо, уже турбо, две давай, базы. Сюда. Давай. Так Турбо, это Турбо, живи там. Турбо, сюда. План капкан работает, мочи их. Так, давай. Прикол в том, что здесь можно зарабатывать очки и в конце концов взять какой-нибудь танк или просто тачку и, короче, расхреначить вас просто вообще в кашу. Да, так, да, тихо. Да, есть такая тема. Юрич, это как мне получится. Кажется, нужна помощь, потому что... Так, я вижу, скоро... они на Б. Опа, тоже. Вот они, вот они! Нет! Живи! Меня грохнули, мама мия! Да! Ой, красавчик! Спрятался, блин. Так, кого я завалил? Ты меня завалил. Хорош, а я это сейчас... хорошо, да, но ты сейчас появишься, ты не переживай, Турбо. Я да, взял пушку Турбо, чтобы это как у Юрыча замаскироваться под вашу. Нормально, хороший план. Так, я к тебе. Рунтик, ты главное живи там, брат, живи. Я вот. Слушай, мы ведем по очкам, это круто. Твою мать. Естественно, я ж Турбо. Я, короче, полез на вышку. Да, я тоже хотел. Какая-то бж-бж. Первый. Первый, я второй. Так, нет. Так, все, эй. Я их не базу, их хорош, базу. Хорош. Пипели я сейчас бегу тоже захватывать хотя базу. Нет, я лучше пойду тогда защищаться. Давай, защищай, я, короче, на вышку, и я буду со снайпой там работать. Давай. На какую он еще вышку там поднялся? А? Нет, он говорит на мышку нажал. Да, на мышку? Да, на мышку, на левую кнопку нажал, короче. Я понял. И вас, ты я умер, понял. Прикинь. Отыгрывай РП, умирай. Ладно. Там суицид так. Есть кнопочка, слышь? Все. Ой! Эй! Нет! Откуда? Какая я точка? Хорошо, точка какая? Точка это нечестно. Так. А это нечестно. Я не понял сейчас вообще. Получил жбан. Что происходит? Я даже не захватить не смог ее. Конечно, ты не успел, потому что... Тихо. Где он? Только взорви. Турбо, я его не вижу. Я его взорвал. А, красавчик. Блин. Так, ты это, Рунтик, мы пока проигрываем с тобой по очкам. Погоди, немножко. Сейчас все будет, сейчас Рунтик зарешает. Все, я в ярости, короче. Ты? Так, все. Воу! Ты что творишь, слышь? На! Чё-то меня не отстрелил. Кстати, у нас этот, как у Энтони, есть преимущество, потому что сейчас дождь, мы немножко зеленые, сливаемся как бы с текстурой этого города, поэтому все хорошо. Да, вы сливаетесь, еще как. Да, это, Рунтик, ты возьми эту базуку, у тебя есть базука, а? Нет у меня базуки, у меня руки кривые только есть. Блин. Я слышу, что он стреляет, но я его не вижу нихера. Вот в чем проблема. Так, прикольно. Ух ты ж, блин, это гроза стреляет. Ладно, не скажу. Короче, один сидит на вышке, на самом большом здании, можно сказать. Ты только умри! Я не попал два раза, падла. Так, подожди, а я что-то, я не вижу карту, а где карта у меня?
А... карты нет. Карты нету. Зачем тебе карты? Карты нету, да. Зачем тебе карта? Спортивное ориентирование. Блин, хреново. Что это спортивное? Это война, чувак. Я понял. Так, он свалил куда-то. Он где-то, короче, на респауне между точкой А. Я его не вижу нифига. Так, еще одна база. Так, красавчик, второй где-то снизу, не забывай. Все, пацаны, я взял транспортное средство. Ох ты. По мне кто-то стреляет. Первый открыватель. Ни хрена. А, блин. Чё за кекло? Я только приехали, взял чувак, приехали, вот тебе и снайпер против машин. Два в одном. Подожди, а чё ты машину взял, что ли? Да, да, да. Я на базу гоню уже захватывать. Я вернулся, ребята, блин, у меня место закончилось на диске. Прикинь. Блин. Да-да-да. Видел себя, я турбо ранил, давай сюда быстрее, вот сюда проезжай дальше. Проезжай, куда ты поехал? Он там. А, блин, йоу, лол. Умри! Сзади, там были. И там, и с той стороны, и с той они, оба. Откуда? Откуда стреляют, я не вижу. Он сверху. Попал, да как не убил? У меня патронов нет, у меня пистолет остался только. А, кстати, как... Наконец-то. Хорош, спасибо, хорош. Спасибо за патроны, брат. А их можно как-нибудь, интересно, докупать, не умирая? Не знаю. Вот он еще, пойдем его зарашим, пойдем, Рунтик, быстрее, он вот здесь. Он вот здесь, а. Здесь темно. Давай, беги, не стой у забора, беги. Не перестреливайся. Убивай его нахрен, хорош, молодец. Да ладно, как так-то? Все, погнали дальше базу захватывать. Ой-ой-ой, а кто меня убил, Юра? А ты угадай. Тихо, откуда? А, все, понял. Нет, я вообще не понял, откуда. Так, ладно. Надо машину сломать, знаешь как? Все, отлично, отлично. Нейтрализовал цель. Сейчас работал. Юрич, красавчик. Так, все, короче, я в ярости. Так, крутим. Я в ярости. Блин, капец темно. Блин, у меня почему-то лагает, я понять не могу. Так, короче, я взял у нас немножечко другое, так сказать, стрелятельный аппарат. Сейчас я буду... Короче, действовать более жестко. Да-да-да, надо, короче... Я вообще выкинул нахрен ее. Надо жесткую хрень какую взять. Я, кстати, тоже уже взял, Рунтик. Мы с тобой мыслим одинаково. Да, да, я не базу кое-что взял. Да, я захватил базу ихнюю. Ой-ой, меня стреляет кто-то. Да как ты успел еще выжить? Уху, я не знаю, где он, правда. Эй, не понял. Оп, хорошо. Блин, я не успел, ты прикинь, я не успел. Откуда он стреляет вообще, эта зараза? О, в смысле? Красиво, я видел. Красиво просто, стоп. Обосрался. Я смотрю, база почему-то наша уходит, а это, короче, турбо там стоит такой, захватывает. Да, они где-то вообще стоят там, заразы. Юрыч-то на одном здании, по-моему, сидит постоянно. Я не на одном этом же. А, вон, Юрыч, я тебя вижу. Ай-яй-яй, тихо. Серьезно, так темно, что пипец. Вообще темно, их не видно. Вон, что прикол. Да-да-да. Так, это, короче, смотри, Рунтик, то есть, когда мы базы захватываем, мы потом на этих базах можем спавниться. Да, но я не тупой, я вроде как разобрался. Это хорошо, очень хорошо. Так, где эта зараза сидит, мне вот интересно. Да блин, вот и реально, Юрыч, это такой этот чувак, короче, снайпер. Я вообще снайпер. В тени работаю, правда. Он маскалат еще одел, походу. Да, мундир зеленый, правда, надо поменять. Так, турбо, давай, иди туда, все правильно. Только там наша точка. Турбо сейчас взрывоопасен, так... в прямом смысле этого слова. Блин, точно там дальше. Так, если только дальше пройдешь. Я вижу его, он на самом большом здании, чувак. Твою мать. А, ну это мне пока что не страшно, блин, хорошо. Блин, серьезно, так темно, что я вообще ничего не вижу. Тут вообще дичь происходит. Вообще жестко. Это когда смотришь в свое будущее, так темно. Да. Что происходит вообще? Я тут катаюсь. Нет, да ёб твою. Да где ты меня... турбо заколебал! Ты живой? А у меня, подожди, у меня оружие не убирается. О, все! Я не знаю, у меня оружие не убиралось. Турбо... Я не знаю, чувак, я взял, короче, давай. Транспорт, я еду. Транспорт взял? Вот это жестко. Давай базуку, применяй базуку. Не-не-не-не, подожди, этот какого? Энтони, я базу захватил, сейчас, не едь ко мне, тут где-то рядом может быть турбо. Окей. Так, я разбился, Юрич, прикинь. Самоубийца, снайпер, самоубийца у нас. Вообще жесть какая-то. Нам надо активизироваться, потому что... Точки, активированный точки, уголь, точки. А вы не активированный, окей. Да, вы выпейте, нормально все будет. Так, давай, пошли. Надо двигаться. Рунтик, давай, я тебя сейчас ищу, брат. Я так, тоже на машине еще, я еду. А, ну все, отлично. Подожди, госпиталь это наша, нет? По мне стреляют, тихо. Госпиталь это ваша, да, можете туда не ехать. Вон, я еду на него прямо, я его сбил. Нет, я его не сбил. А здесь тихо. Хрен собьешь, наверное. Я помогаю тебе, брат. Ай! Хорошо. Юрыч, красавчик. Юрыч, блин. Отлично! Отлично! Двоих положил, Так, стоп, где? Я, блин, на парковке. Да, я сейчас попробую в тачку сесть.
Давай. Так. GTA. В мою, что ли? Вот, нет. Я угнал тачку. Я пасер. Эй, зараза, ну-ка оставь ее по-хорошему. Нормально просто. Ох ты. Я ему дал нормально по щам. Так, сейчас давай. Будем догонять его. Я так, давай. Я видел машину. Я видел. Я тоже ее видел. Ты где, турбо? Я на... Они поехали на С, по-моему. Я знаю. Так, давай, беги, давай, беги, давай, беги. Все, работаем, так, работаем, давай, работаем, давай, работаем, давай, быстро. Сейчас, вот, короче, тактика Рунтика работает. Тактика Рунтика. Тихо. Красная тачка, это чья? Это я бросил ее. А, хорошо. Ага, понятно, значит, я понял, где у нас турбо, все хорошо. Это, знаете, просто у нас база от базы, короче, база у нас так, сегодня такие... Так, Юрич, красавчик, что, идем на соседние? Секретутки, они переходят от одного к другому. Так, тихо. Блин, они Цешку захватывают. Это не они. Тихо, это я. Это не я стрелял, сзади стрелял. Машина исчезла, прикинь. Цешка наша. Давай, Б. Давай. Ты где? Да вот они снизу. Блин, меня. На Б побежали быстрее. Да я здесь уже, брат. Так, хорошо. я увидел, давай, обходи. Ай, блин, лицо. Он левее, аккуратно. Убил одного. Красавчик. А, это ты убил? Красавчик, да, Юрыч. Я такой вообще. Как это? А, ты живой? Я живой, да, я здесь, защищаю базу. Просто непонятно, тут почему-то... О! Да он обошел меня уже. Убрал. Хорош. Он захватывает Б базу. Только темно, что ли? Как в жопе у негра, я бы сказал. Да! Короче, в упор видно противника, когда, короче, он радиусе. Да, в упор реально видно противника, я тоже тебя видел. Так, тихо, все, я захватываю Бэшку обратно. Так, Бэшку захватываю, я рядом. Блин, а почему у нас все очков-то меньше? Ну, потому что у них базы все. Больно, подожди, больно, очень хорош. Да, красавчик. Блин. Я, короче, не там появился. Вот это битва за Б. На С появляйся, Рунтик, на С. А, фига себе, у нас баста мало. Да, я что и говорю. Юрыч разбился, нормально. Нет, я сам себя убил, я суициднулся. Мне нужно точку выбрать. Так, тихо, я сейчас, короче, буду действовать чуточку по-другому. Так. Ну где ты, зараза? Так, ребят, я не знаю, зачем я... это слишком жестко. Блин, а где все хорошо ты? Или как? Уху! Так, ты живой, Да, блин. Не попал, у меня мало жизни, я сейчас сдох. Да что бы такое взять-то? Да, я его сделал! Сейчас оружие ты заберу где? Только. Ты где? Так, я сейчас... здесь на Б. Все, я тоже на Б. Ты меня защищай, если что. Где-то сейчас Юрыч еще придет. Да, все, я тут, короче, кружу, верчу вокруг. Давай Ашечку еще я надо. Я на Ашечку, да, все, я на Ашечку пошел. Блин, ребята, у меня не хватает этих. Во! Отлично! Давка нет, очков начинает. Очков. Воу, да откуда это, блин, он меня убил? Все, я тебе помогаю, братан. Давай, стой, не возражайся, сейчас на Ашке. Слышь, надо на Ашку. Сейчас на Ашке возродишься. Опа. Это что только что это взорвалось? Кто? На! Юрыч на танке просто! Смерть неверным! Охренеть! Я его там взорвал! Охренеть, откуда? Давай Б. Рунтик, сдохни, нет! Быстрее, нашку. Охренеть, убил меня, ты прикинь! С базуки меня убил! С базуки, да, Кашка. Как это произошло? Рунтик, прости, ты был мне как брат, но... Но не сегодня. Да, сегодня... Есть! Красавчик, давай бей его! Да я не ожидал, что он успеет там. О, ты тоже захватываешь, да? Я захватываю, да, Бэшечку. Все, Ашка, Бэшка наша. Так, давай. Так. Не расслабляйся. Мне нужно в гараж. Блин, они Цешку... Какие гаражи работают? Они Цешку перехватывают. Все работают, все работают. Цешку они перехватывают? Да. Погнали, быстро туда. Я заколебался уже бегать. Где моя я тоже, надо тачку, чувак. Надо какую-то машинку хотя бы взять. Турбо, надо, короче, Д отработать у них. Блин, тут надо было, знаете что, договариваться, до скольки очков вообще играем. Нет, играем до 500, сейчас уже кончается. Сейчас уже все кончается. Блин, я только все не понимаю, почему мы все в аутсайдерах находимся? Потому что так и есть. Потому что мы аутсайдеры, чувак, с тобой пока. Опа! Ой, пошел ты! Тихо. Энтони, сзади, обходи его. Обошел? Да где он? Там где? Ух ты, тихо. Опа! Я его даже не видел, прикинь, он за этим, за контейнерами где-то был, зараза. Тут кто-то, я смотрю, уже стреляет.
Я иду убиваю. Воу! Воу, давай, мочи его, мочи его! У меня прям перед лицом... Где? Откуда? Да. Чё? Зачем? Как пацаны, ты выжил? Пацаны, может договоримся, у меня деньги есть. На, я его взорвал в танк нахрен! Ой, блин, да шо ты? Убил, 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 убил! Взорвал обоих! В смысле обоих? Нет, одного, 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 да. Блин, давай! На танке. Ашка. Защищай, да, защищай, Дэль, отхватывай, нам осталось всего лишь 17 очков. Пойдем, 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 нам цешечку надо. Да нафига я на Ашке-то вообще возродился, надо было ближе. Юрыч, я не знаю. Давай, идем, идем, короче, идем. Идем, да. Идем. Так, все, Рунтик, давай не будем говорить им наше местоположение, да, а то они знают, все. Заразы. Я еще, это сейчас на Ашке возражусь и пойду. 8 очков, и мы победили, братан! Осталось. Давай, давай, я давай! Я давай! Я как могу. Оно? Как оно идет? Почему остановите это безумие? Давай! 5 очков! Два очка! Два очка, да ладно! Да! Все, мы проиграли. ГГВП! Не, ну слушай, ну нормально сыграли, 476 у нас. Вообще жестко. Хорошая каточка, ребята. Если вам понравилось, обязательно поддерживайте нас лайком и не забывайте подписываться на канал. Ссылочки в описании. Да, всем удачи, всем пока. Пока-пока, ребят. Пока, ребят. До скорых встреч.